Доброго времени суток, друзья, с вами ВВ, и мы сегодня продолжаем играть в Арк. У нас 201 версия, там нам добавили обезьян, которых я пока не видел, но мы сегодня занимаемся добычей жемчуга или кварца, силики, короче. Для этого нам нужен дельфин. Дельфин очень легко приручается, вот так вот выглядит силика. Собираем мы ее руками, никаких прибамбасов не надо. Дельфин очень быстро, довольно быстро приручается. Кормится. Кормится он. Так, я забыл поесть. Сейчас пойду на поверхность. Обычным мясом, праймом, там еще можно едой. Есть под водой мы не можем. Как вы видите, я использую кашку. Кашка тоже варится. Можете погуглить, как ее варить. Вот у меня есть кашка немножко. Яйцо я подобрал. Это не важно. Так. Я уже насобирал 75 силики. Вот это вот так вот выглядит нефть. Ее надо рубить киркой. Но сейчас я этого делать не буду. Мне... нефть не нужна. Меня сейчас интересует силика. Силика находится довольно глубоко под водой. То есть, почему дельфин? Потому что дельфин очень быстрый. Он легко уйдет от любого противника. У него мало, правда, жизней. Это его недостаток. Довольно серьезный такой. Но зато он очень быстро доплывает до дна. Очень быстро... поднимает меня на поверхность глотнуть воздуха. Кислород у меня не вкачан ни на единицу. У меня 100 кислорода. Но вот кашка делает эти 100 кислорода очень долгими. Но очень долго его хватает. Ух ты, ящик какой-то, да? Что это? Ворота какие-то. Странно очень. Что за трайб? Ой, только что видел. Саунд. Miracle of Sound. Странные люди. Под водой поставили двери. Так, надо не прозевать тот момент, когда у меня кончится кашка, потому что я тогда сразу... вот это классные чувачки, с них хорошо добывается хитин и все остальное. Вот их тучами не ходят, но их надо... я пробовал крокодилом, крокодилом не очень, мегалодоном более-менее, но они как-то уворачивается от мегалодона. Почему-то тяжело их мегалодоном бить. Иди сюда, рыба. Рыба. Рыба-кит. И абсолютно все равно, ночь на улице, день. Силика хорошо блестит под водой, даже ночью ее можно неплохо собирать. Но у меня каска. Я надел каску. Она светит, вот как вы можете видеть. Вон, видите, маленький такой светлячочек. Так, у меня кислород заканчивается, я увидел. И у меня каска заканчивается. Мы просто поверху проплывем немножко, пока кашка кончится. А потом опять нырнем. Потому что я здесь уже собирал. И поэтому
Не хочу. Второй раз. Так, вот, стамина заканчивается. О, мегалодон. Мегалодоном я дружить не хочу. Поэтому поплыву наверх. Выгонит стаминку. Стаминку отрядили. Кашку в этом патче немножко порезали. Теперь она действует не 15 минут, а 10, к сожалению. Но какой-то костюм. Костюм какой-то подводный вроде как появился. Мне очень интересно, как он выглядит и что он дает. Железные ноги у меня не изучены. Очень странно. У меня была вся железная броня изучена. О, кислородные баллоны, ласты. На 75 уровне. Классно. Ой, что я сделал? Так, съедим кашку. И попробуем себе подобрать. Для меня очень большую опасность представляют даже не мегалодоны, а вот эти новые звери. Ну как, сравнительно новые. Большие очень. Они очень больно кусаются и могут убить моего дельфина. И как следствие и меня. Потому что без дельфина я могу тут погибнуть на дне. Так, вот они, видите? Эти большие звери. Я не хочу с ними дружить. Они меня будут пустую сделать. Чего мне совсем не хочется. Я их лучше обплыву с другой стороны. И здесь уже должна быть где-то силка вроде как. Вот. На дне там. Это дельфин. Да, дельфинам. Дельфин мне не страшно. Ой, это не дельфин, это мегалодон. Ай-яй-яй. Где? Где моя рыба? Рыба, иди сюда. Не надо кушать мою рыбу. Сколько он тут? Ничего не откусил. Хорошо, молодец. Мегалодоны не очень быстрые, от них легко убежать. Так, вот я на бережку. Так вот происходит у нас сбор силики. Я хочу собрать 5 стаков, но может у меня не хватить кашки на это дело. Так, нет, это, вот это уже дно, это, ой, а вот это барьер. Вокруг карты есть барьер. Как бы конец карты. Он под водой. Ну как под водой? Ну, над водой тоже, но он в воде, короче. Так что карта не бесконечная. У нее есть конец. Это барьер.
Так, что у нас с кислородом? Нормально, кашка у нас нормально. Дальше собираем силику. Так, где-то здесь должна быть силика. Странно. Опа. Друзья. Друзья меня. Не хочу общаться, я пойду наверх. Заодно подышу. Так, подышал. Ныряем. Так, здесь сильно. Вот. Для начала, ну, я поначалу думал, что это жемчуг. Мы так его называли. Потом сказали, что это кварц. Ну, я по большому счету, такие они как жемчужины, мне кажется, что это все-таки жемчуг. Ну, по большому счету, все равно, что это жемчуг или кварц. Такие штучки беленькие, очень похожи на жемчуг. Так, кислорода валом, кашка есть. Так, о, еще силика. Как вы заметили, я вот нефть оплываю стороной, потому что, ну, как бы были случаи, когда дельфин совывал нос в нефть и терял половину своего здоровья. Ну, были такие случаи. Может быть, это баг, может быть, это что-то другое, а может быть, так и должно быть, что дельфины не должны как бы нефтью дышать. Поэтому это дело надо оплывать. И это правильно. И вон. Так, что у меня с кислородом очень мало. Так, иди сюда. Мы с тобой плывем на поверхность. Хватаем кислорода. Так, вот оно. Так, что у меня с едой? С едой у меня полный порядок. Хорошо. Так.
Так, я немножко потерялся в пространстве. Не хочется идти в ту же сторону, откуда я пришел, поэтому я выплыл наверх, чтобы сориентироваться, в какой стороне я был, в какой стороне я не был. Так, сюда мне. Потому что, ну, как бы по тому же пути идти, это... Ты соберешь намного меньше, чем мог бы собрать. И обратно нужно идти как бы с утра, то есть после респа. Ну, дельфинчик приплыл ко мне. Так, кислород в порядке. Вот это, к сожалению, я тут только немножко силики, а там все белое, это не силика, это трава такая. Но немножко сбивает. Иногда в траве силика тоже прячется. Так, кислород кончается, потому что у меня кончилась кашка. Давай, родной, давай. Я хочу подышать. Все, прозевал, потерял пол хп. Так, кушаем кашку и вперед. Продолжаем. Силика вот есть. ХП, по идее, должно восстановиться. Он уже восстанавливается. Уже немножко больше, чем было. Только теперь более тщательно. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Видишь? Видите, как он промахнулся. Вот этот, как я называю, подводный бронто. На котором можно будет постройки. Или в этом патче уже можно. Не знаю, ну не тестили еще. Камни. Врагов нет. Нет. Так, это у нас нефть. Вот это нефть. Вот силика. Так, эти друзья мне не интересны, мы их оплывем поверху. Почему поверху? Потому что они поверху, во-первых, не плавают, а во-вторых, заодно, ну, кислород мне, в принципе, не очень нужен. Ну, лишний раз заправиться кислородом, это такое дело. Так, что с остальными? Остальные куча.
Кислорода куча, кашки куча. Блять, силика. Смотрим. Никого. Так. Сейчас уже поплывем обратно. Или по кругу, можно по кругу. Пускай будет по кругу. Тут, видите, это уже ночь. Вот так вот ночью. Так, надо будет покушать. Где мой дельфинчик? Иди сюда. Так, стамина есть, кислород есть, кашка есть. О, мегалодон. Мегалодон нам не интересен, пропускаем его на скорости. О, терминатор. Терминатор. Ну, ребята, вы даете. Дельфинчики. Ой, ой, так можно застрять. Так, плыву, подышу воздухом. Воздуха маловато. О, еда кончилась у дельфина. Ну, дельфин плохой добытчик еды, я вам скажу. Я думал, мне на дольше еды хватит. У меня оружия нету, ничего нету. Плохо, конечно. Попробуем вот этого захавать. Ой, вообще не попадает. Вроде попал. Да. Так, ладно. Поплывем. Ну, вот так вот происходит добыча силики. Не буду я вас утомлять своим путешествием домой. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего хорошего. До новых встреч. Всем удачи.